Невероятное сочетание заката солнца на берегу Черного моря, классической музыки и крымских гор. Общественное движение «Чистый берег Крым» занялось решением актуального для курортного региона вопроса – освобождением пляжей от платного входа. Один из способов привлечь внимание к проблеме – высокое творчество. Все это мероприятие было придумано правительством Крыма и инициативной группой «Чистый берег» для того, чтобы привлечь внимание людей к новым открытым пляжам, к тому вообще к этой проблеме, да, закрытых приватизированных пляжей, которые сейчас открываются, и общественность очень помогает. Для проведения первого концерта в рамках акции Массандровский пляж в Ялте выбрали неспроста. Его администрация приняла принципиальное решение – сделать территорию абсолютно бесплатной. Для многих это стало приятным сюрпризом. Очень понравилось, разумеется, это что-то бесподобное. Мы впервые вот такое на пляже здесь видим. Абсолютно потрясающе. Отличный концерт, классическая музыка, эстрадная музыка хорошая. Все интересно, ярко, море, солнце было, горы, симфонический оркестр. Прекрасно. Волшебные звуки виолончели, скрипки и других классических инструментов буквально притягивали все большее количество слушателей. Насладиться необычным концертом под тихий шум моря пришло несколько сотен человек. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились почаще. Чтобы люди могли спокойно посмотреть, послушать музыку, отдохнуть. Не обязательно идти в концертные залы. Республиканская власть намерена в корне изменить ситуацию с платными пляжами на побережье полуострова. Но для этого ей необходима поддержка самих крымчан, отмечают в правительстве. Приглашенный тенор, лауреат международных конкурсов и коренной крымчанин 20 с лишним лет жил и работал за границей. Но когда появилась возможность приехать домой, захотел стать частью интересного проекта. Я всеми корнями за проводимую политику и работу, я имею в виду у нас на Крымском полуострове, я всей душой и сердцем с нашим правительством, с нашим руководством. Действительно, просто молодцы. Все начинается делаться действительно для народа, для вот простых работяг, которые трудятся, все это делают, строят, возводят. Правда же, и мне очень приятно, и поэтому я здесь с большим удовольствием принял эту акцию. И с удовольствием, как вы, наверное, услышали, я пою. Культурная акция «Симфония Чистого берега» будет продолжаться и дальше. Только в других городах Крыма и только на тех пляжах, которые откроют свой доступ для свободного посещения. Дарья Скобеева, Андрей Лебедев. Время новостей.